Идет ли активная внешняя политика России к изменениям внутри страны? Если да, то каким? Ну, в данный момент видно, что они, скажем так, не особо положительны тем, что есть социальный упадок населения по поводу финансов, потому что курсы евро и доллар, они растут. То есть политика страны очень нравится, все правильно делает наш президент Путин. Мы его поддерживаем. Ну, я вообще-то в политике не очень. Думаю, будет все нормально. Не знаю, я пока не вижу сдвига внутри страны. Я не вижу ничего хорошего на данный момент пока внутри страны. Не знаю, народ должен понять это все. Через народ. Ну, я думаю, к позитивным должна привести. Хотя экономически что-то я сомневаюсь. Экономически будет тяжелее. Ой, это я не знаю, не могу ответить на этот вопрос вам. Я даже не знаю, как ответить на это. Не знаю, если, конечно, наши действия в Сирии будут, ну, вместе с США, там и там США, Франция, они будут, ну, как согласованы, то я думаю, ничего страшного не произойдет, наоборот, будет улучшение. А если все-таки не будет каких-то договоренностей, то наоборот опять там будет падение рубля, нефти и так далее. Дай бог, чтобы было. Ну, что? Дай бог, чтобы было. Удачи. Было. Давай. Кто его знает, может и приведет. Все должно улучшаться. А пока что мы не видим этого. Промышленность не очень. Образование вообще каких-то выпускают непонятно кого, бакалавров. Для кого мы их готовим? Для Запада, что ли? У нас было свое образование, высшая школа, да, выпускали инженеров, а теперь кто? И надо, говорят, надо нашу свою промышленность развивать. А вместо того, чтобы развивать промышленность, кто будет ее делать? Должны быть инженеры. Вот тогда будет все хорошо. Я думаю, что догадаюсь. Не интересуюсь политикой. Ну, я думаю, что она не очень сильно влияет внешнюю политику на внутреннюю страну. Если, конечно, не будут усилены санкции в отношении нашей страны, я думаю, не внешняя политика не сильно наша будет, не Сирия влиять на нашу политику. Надо экономикой заниматься внутри страны. Мы не знаем даже. Да. Не интересуемся, нет. Мне кажется, ничего нет. Нет. Да, просто нет. Нет, до войны это, конечно, не найдет. Наш президент не настолько, как сказать, наш президент умный, чтобы не начинать войну. Без комментариев. Вопрос на засыпку, надо подумать. Мы надеемся на нашего президента, мы думаем, что внутри страны все будет нормально. Я даже на вопросе не сосредоточилась. Меня шокирует. Я не могу говорить на политические темы, потому что я не смотрю телевизор даже. Я затрудняюсь, что сказать. Думаю, что да. Ну, естественно, во-первых, гордость за страну. Это патриотизм, это очень большое дело, я вам скажу. Просто я сам военный, и сын военного, и вообще все. Вот, патриотизм. Да, дальше, практически изоляция, которой нас подвергли наши братья-американцы и вообще вся эта компания на Западе, она заставляет нас, ну, может быть, конечно, медленнее бы это все делали, переход на производство того, что мы закупали. Но сейчас придется делать просто быстрее. Не знаю. Вполне возможно. А каким? Скорее всего, к диверсиям. Я не интересуюсь политикой вообще. Ну, конечно, будут. А какие, позитивные или негативные? Ну, честно говоря, я не знаю. Думаю, негативные. Конечно, повлияют все. А как, все повлияет. Или нет, позитивно в любом случае. Я думаю, что у нас Владимир Владимирович все сделает для нашего народа. И будет все это к лучшему. Это же не просто так делается. Позитивная российская политика, которая сейчас проводится. О, политика нет. Ну, конечно, повлияет. Это долго рассказать, но желаю всему миру, чтобы был мир на земле. Не знаю. Спасибо. Само собой. Ну а в каких? Как вы, ну, идут же отношения с другими странами. И это влияет и на производство в России, на это экспорт, импорт. Поэтому и на людей, которые внутри страны живут, тоже будет влиять. Извините, я с политикой никак.